мы зашли в местную какую-то лавочку, забегаловку, покушать на обед. Что мы кушаем? Гамбургер, картошка фри, пиццу и пепси. Пепси. И я кушаю что-то типа типа шаурмы, называется это дело. Очень вкусно. Очень вкусно. Я не знаю, что это, тут очень много овощей. И, по-моему, тут рыба. Ну, это просто обалдеть. По ценам потом расскажу вам, сколько нам это все вошло. Мы покушали, нам было очень вкусно. Это кафе, как мы поняли, держит три индуса. Еда и правда очень вкусная. Они предлагали пару вариантов с очень острыми соусами или не острыми. Мы, конечно, выбрали не острые и не ошиблись. Было вкусно. Как я уже сказала, обошлась нам наша еда в 18 евро, 18,5. Ну и нам было очень вкусно. А сейчас мы пойдем прогуляемся тут по набережной. Я думаю, что никуда мы особо заходить не будем, да, уже. А просто прогуляемся, немножко подышим свежим воздухом. Конечно, очень хочется в море покупаться, но мы подумаем, да? Подумаем. Идем. Немножечко потрусим. Вот такой вот прогулочный катер. Смотрите. Один. И вот еще один. И вон стоит еще один. Красота. Ребята, это супер красота. Везде зелень. Супер, чистота, плиточка и все выложено. И есть, что немаловажно, общественные туалеты бесплатные и, кстати, чистые, с туалетной бумагой. Сейчас мы поднялись на небольшую гору, где установлен памятник жене моряка. Дожидаться. Вот это женщина. Осенняя водичка. Осенняя вода. А где осенняя? Меня даже иногда на поворотах заносит там в горке. Класс? Тебе нравится города? Да, очень. А там хоть и прямая горка, но она очень скользкая. Угу. Даже для... Мы зашли в магазин. Вот сколько разных видов фанты. С клубникой, с арбузом, с ананасом, с виноградом. Евро 50 с персиком, с черешней. Это с чем? Помело. Клубника. Это манго. Это яблоко. Ребята, это берри. Это доктор Пеппер. Это ванильная кола. Это черешневая, вишневая. Это просто кола. А цены на это порядка евро. Магазин Испании. Наш сыр президент. 2 евро 9 центов. Интересно сравнить с нашими ценами. И что-то я еще видела тут интересного. Филадельфия, тут у нас вкусная наша, 1 евро 99 центов, почти 2 евро, так? Что еще я тут видела такого же, что у нас есть? Вот еще президент, вот такого у нас я не видела, цена 2,95. Это Испания.
Галина Бланк, кубики, 2,68. Быстрая лапша.